Сколько там человек смотрит? Есть там вообще народ? Не знаю. Поинтересовался чем-нибудь интересным. Где спектр? Не то разломал? Нет, я продаю. О, наконец-то поясок могу какой-то одеть. О, и вот это могу одеть. А ты убрал, что ли, эти? А, зрителей нету, получается. Ну, видимо, нет. А я? Где я? Я же смотрю. Я есть. То есть я смотрю, вообще иконочки, то есть нет. Зрителей. Вот. Интересно, зачем мне тут пояс на варвар? Варвару отдашь. Если встречу. Броня была 161, стала 739, да. Че рецептик? Ну вот, эскиз архонты в рукавице с печатью силы. Мне интересно, они будут какие? Мой уровень или вот 70-го, как они и есть? Не знаю. Знаю. Потратим. А вот это вот 40, 56, это что такое? Вот слева пишется, когда пытаешься создать. Сколько ты можешь создать на все свои ресурсы, по-моему? Ага. Думаю, уровень какой-нибудь. Да, на общем уровень нужен. 60-го уровня. Желательно. Чего? Уровень? Угу. Чем тебе уровень? Ну, чтобы одеть шмотки, которые у меня есть. Какой тебе нужен уровень? Ну, хотя бы 54-й вот начинаю. Так и так. Качаться надо? Ну да. Поэтому и хотел качаться. Ну чё. Дальше. Я выяснила, что мутаю. Что это? Разрушьте, врата! Здесь мы не были уже. Да? Были. Были? Там были. Я не помню, значит. Но вот этому ведьму мы точно бывали. Почему же я-то этого не помню? Ну, потому что. Что-нибудь оставить. Потому что спектр? Потому что. Нет, потому что. Спектр ни при чем, не помнишь же ты, а не спектр. Может, мы как раз-таки на ведьме... А, ну да, мы на ведьме и закончили, получается, да. Ну вот этого, потому что я не помню. Не-не, да, то есть мы на ведьме закончили. Mm-hmm. Точно, потому что ты же жмакнул последнее задание. Последнее то задание это не было. Ну да. Иди давай, блин, олень. Так,
детишечка. Пропустить детишечку. Трупы, трупы. Тяну. Прикольно. Да. Спектр тут показывает легендарочки всякие. Издевается. Это что это ты выкинул? Да говно я выкинул, успокойся. А я подберу. Ну, подбери. Иди. О, иди сюда. Не хочу, там убивают. Чё меня все откидывают? Ты мне нравишься. Оу, них, хо. Ну здесь хреном, видишь, он всех убивает. Спектр, перелогинься. Да. Блин, мне вообще рад туда метеорит. Что-то дамаг у меня какой-то вообще унылый. Сколько тебе урона? Сейчас посмотрим. В комментарии, который ты написал. 8000. Ну, тоже 8000. Ну, как ты вот, как я бью и как ты бьешь, разница. Очевидно. У меня просто криты сильнее. Может, мне в криты тоже надеться уже? Вероятность критического удара 18%, критический урон 160%. Че за опять отпрыгнет, да? Да. Понятно. Вообще скучно. Сундучочек. Я вступил в бой с кем-то. Я никого не бил. Бельфигор, блин. И опять этот пришел, все испортил. О, какая-то огненная руна. Прикольно. А чё они у меня не в инвентаре? Квестовые предметы. Ааа, дюшечки. Именно так. Синька. А ты ж... Деньги не успел подобрать. Деньги, деньги, дриби, деньги. На монаха выпало что-то. Да, увижу монаха, передам. Ой, уползли. Что-то они роют. Сейчас увидим. Ага. Дорылись. Древняя тварь. Что там? Да, там плотно. Ой, хорошенький. Отпрыск дьявола.
О, что это он? Бей, пока он голый. Много-то. Метатель-иллюзионист. Блок, блин. Спектр говорит, если нужна будет помощь на Молтаэле, зови. Мы убьем Молтаэля? Да вообще изи. Изи? Конечно. Шо. Да, блин. Да куда я? Танк называется, блин, обоссался сразу. Такой, нет, домой. Кровавая резня. Достижение. Попало ко мне. Вот это хорошо было. Такой только собрался. На... Пускают демоны. Да что ж такое-то там под ногами это все? Кто это пускает, эту гадость? А, босс. Где он? Вон он. Блин, отвали от меня. А, во. Серч червеед. Ешь червей, блин. Ой. Червивая. Утренняя заря языков пламени упала. Кулечек. Ну хоть ботиночки какие-то симпатичные выпали. Симпатичные? Ну, так. Иди сюда. Черевички. Давай сюда посходим. Зачем нам вот сюда надо? Задание. Страдаешь? Хочешь меня убить? Ну, не убил же. Ну может там тоже кто-то. Да там мы по-любому еще будем. Ну ладно. Нам еще. Это только одна, нам еще одну искать потом. Сейчас они как оживут. Конечно. Прямо сейчас. Понятно. Сейчас, наверное, это придет и всех успокоит. Нет. Вот сука, вот когда нужен. Почему я стою на месте? Так, еще одна руна, хорошо. Все, ищем следующую. Так, щит упал хороший. Не может быть. Ну, относительно. Лучше, чем у меня был с оставленным камнем. А я, короче, немножко поменялся на крестанцу правую кнопочку. И что там? Я поставил ему этот бросок щита, который кроме раскола. Удар щитом, да? Не, бросок щита. Кидает он. И руну раскол. Может тоже взять? Ай-яй-яй. Бахнул, да? Оп-оп-оп.
Бей голову. О, амулет выпал. Легендарный. Мишка такой узнал. Сейчас посмотрим. Суть Йохана. Ну, одену, ладно. Хотя урона меньше стало. Но он с дыркой, поэтому, наверное, что-то нужно ставить. Голубь бегает. С собой тут. Синенький. Ой, молнии. С лазерами. Которые жгут больно. Ну, меня вроде лазер не должен сейчас так напрягать. Да ну. Сходи попробуй. Ну вот вроде. Нормально? Сейчас. Нет, напрягает. Ну хотя не так. Нет, напрягает. Нет, напрягает, да? Да. Ты сдохнешь, ты уже. Бешеный щит упал. Так, пойдем вон там. Что какая-то штука. Да не это что. Какие-то фиолетовые мячики. Ай, нахуй, черт. Сюда пошел. Бах, бах. О-о-о. Так, нам налево. Рули хорошо, налево. Хорошо, хорошо. Зазнался. А вдруг это признание? Ой, какие ребятки тут. О-о-о. Да что ж ты меня тут... Нормально. Нормально? Все отлично. Ой, тут рассекатель миров. О, ну нормально, можно потом сползать. А что он сделает? Сейчас увидишь. Откроет портал какой-нибудь? Да блин. Ягодицы у мира. Ну пойдем, нет? Пойдем. Все же интересно. Так, надо хоть посмотреть, что мне там досталось. Только по жопе. Электрик. Еще бы мобы не стопили, было бы вообще замечательно. Ну там я есть видел. Легендарки какие-то ботинки, которые позволяют проходить. Сейчас сразу. Блин, вообще, я радуюсь, печально. Сделаем. Блин, у них в жопе какие-то эти ракеты, что ли? Так ускоряются, такие. А, что? Там кто-то еще был.
тебе кажется? Там сражаешься? Я тебя жду. Я трупы. Трупы? Раздеваю. Ты идешь? Да. А это стук пропустил, он меня пошел. Так они забавно падают сверху. Жесть. Еще моя ульта бьет. Интересно, попадаю я или нет. А чё, уже скоро этот будет, да? Как его там? Что? Рафаэль? Кто? Ну, как его звать? Босс? Да. А, ну, как тебе сказать, если мы продолжим ходить во всякие места, то нет, не скоро. Сейчас мы просто бегаем. То есть надо тупо напрямую идти. Там же есть ачивочки, пройти акт менее чем за час. То есть, грубо говоря, все тебя можно пройти за 5 часов. Все ачивочки. Ну, все. Временные. Ну, сейчас пройдем этот и пойдем туда по заданию. Там просто реально еще очень долго бегать. Слишком большой уровень. А здесь кто будет? Я не знаю, здесь сам будет. Просто обычный уровень и все? Да, обычно подземелье. Чего? Да блин, десант этот запарил уже. Вон один. К порталу. Там сейчас вылезет кто-нибудь. Нет, не хочется. А, к порталу. А я к камню подошел. Чуть не увидел, да? Нет. Ой. Падший надзиратель. Фигня все круг. Ну вообще да, если бы легендарки падали часто, конечно. Было бы не так интересно. Беги быстрее меня. Просто пробегаем. Да, вот на стрелочку бежим. Поставить. А мне коняшка. Не гудей.
Блин. Живи. Давай подеремся. Количество преследуемых меня монстров уменьшилось. 57 монстров сразу. Бз-бз. Какие-то ребятки невеселые. Да чтоб тебе дай пройти. Тилор. Это было быстро. Да что тебе давать уже? План дал. План Молтаэля. Хороший план, Молтаэль. Может, пойдем скинем мусор весь? Да ладно, сейчас все нормально. У меня полная просто. Там маленькая сейчас будет после. Ну. Маленькая. Это маленькая? Маленькая, мы просто на месте будем стоять и все. Это лифт какой-то. Ой, таран. Это лифт. Лифт. Ты был в части про. Кто-то нас сдерживает. Крюки сбивает. Сбиваю. Вторглись, блин. Покататься на таране. Оу. Фиолетовый. Укрепляющая 5. Готовься к последнему удару. Сейчас что-нибудь скину. Не нужно. Готово. Вот что-то таран еще. А, завершите битву. Менее чем за 12 секунд. Че, идем, да? Да, конечно. Таран еще. Таракан. Ты пешечка. Ага. А мы туда идем. Ты хотел же. Ну все. В лагерь уцелевших? Ну, так-то да. А вот для чародея у меня есть 233 жезл. Доски. А, не, мне надо, мне легендарочек. Получше. Так.
Всякий сил амулет. А амулет это к каким вещам относится? Другие вещи, да? Не понял. Ну вот мне можно в амулет вставить. А, да, да, другие вещи, конечно. Там же не написано амулет. Интересно, вот когда над шмоткой такой фиолетовый. Вот знаешь, шмотка нарисована, да, а справа. Ну, там она наносит этот урон, по-моему, какой-то. Там же тебе написано, там плюс. Не, ничего нет. В основном. Трансмодификация. А, трансмодификация? Может быть это? Нет, трансмодификация. Знаешь, фиолетовая такая вот. Как сказать? Значок Харстоуна. Нет? Ну, можно и так сказать. Но это такая, как ракушку рисуют, знаешь, вот так. А, вот. Ну да, трансмодификация, mm. Да. То есть, когда что там, все наденешь, то. Нет, трансмодификация, это вот у этой вот женщины у тебя есть. Это, ты ушел, да? Да. Такой, а и что она может сделать? Ой, просто, действительно. Просто, ты не туда ушел, по-моему. Она меняет вид. Просто. Точно себя одет. В одно, а ты. Делаешь, меняешь ей вид, и как будто на тебе надето что-то другое. Внешний вид под них смотришь. А так это значок Хорстона. Ну, Тирель, давай. Тирель. Все, поговорили? Отлично. Вот сейчас здесь мы будем бродить, 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 бродить. Можем не бродить. Да, тут в любом случае, даже если... Вот твой наставник был. Сундук хотел распилить. Сундук нельзя так распилить. Ну, к сожалению, да. К счастью. К счастью. Так распилишь, и все равно выпадает. Что? Ой, наставница. Нет, это наставник. А, у тебя другое показывается. У меня наставник крестоносцев. Ой, я, наверное, зря вошел туда. Что-то началось. Черный камень души уже направляется. Ладно, хрен с тобой. Я на ту сторону перешел. Да, да, хорошо. Дерись, дерись. Пока не с кем. Тогда не дерись. Теперь есть кем. Удачи. Срочно надо под удачей сундуки открывать. Ой. Мне показалось, что ли кто-то тут желтый был, не? Не попал, да? Че там замерз? Там ворота такие. Достойный противник. Где достойный противник? А, вон он. Экзарх. Блин, сейчас тоже кастовать будет, типа фигни неприятно. Нормально. Я думал, я в этих воротах задержусь, но нет. Я тоже так надеялся на это.
Вот этот чувак очень плотный. Блин. Что-то я ношусь как... Так, надо хоть посмотреть, что мне выпало. Нет времени. Странно, вот синяя шмотка выпала, она лучше, чем моя желтая. Так, а уровень так выше. Характеристики больше. Да, в него хорошо входит. Ой. Вовремя. Да, определенно. Приветствую тебя, блин, события. Ну ладно. Что же? Что надо, что же? Темные горнила какие-то. Что за горнила? А, наверное, нам надо вон туда было, слышишь? Ты пэшнес? Да, ты да, уверен? Да, же, там, да, когда мы подходили, там... Я 50-й уровень. Я позволяю тебе. Хорош набраться. Я 50-й! Я тебя поздравляю. Тебе еще 20-ку качать. Блин. Ну хотя бы 10 еще. Да, это фигня. Это тоже хотя бы один из этих меня появляется на 61. Спектр поздравил. Спасибо. Это надо отметить. Да. Поляна. С меня поляна. А вот говнило. Вижу это говнило. Да ты бы лучше меня защищал. Зачем? А хотя точно, я же суппорт. Это наоборот должно быть все. Ты мне хилить должен вообще. Так, все, пойдем. Так, одну убили. И теперь. А что? У меня просто в КД было, так бы я прожал. Вон она. Сейчас прожму. Так, это тут. Выходи, блин. Да не выходи. Неплохо. Подачи. Раз на раз. Да, все-таки в точечную цель. В единичную, в смысле. В одиночную хорошо входит. Ну, чтоб ты выхилился немножечко. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Самый лучший скилл. Пиу-пиу-пиу-пиу. Э, а где она? Я не того убью. Тут анарха бьет. Да блин, отойди. Так вообще, что я в стену луплю. Нет, не в стену. Все. Фигня какая-то упала. Ну, чувак заморозился.
Эссенция. Синюшки. Сзади на пятки наступает. Мандрагор. Да сколько же их тут будет, этих желтых? Меня еще отпрыгивают. Отпрыгивают, отбрасывают. И в стороне там стоят, тоже стреляют. О, легендарка. Чёрт, это так. Так, двуручный меч как раз. О, Швайхандер. Швайхандер? Да. Неплохо. Гораздо лучше, кстати. Ну, его это да. Все, взял? Да. 12300 урона. Ну, нормально. У меня 8500. Зато я такую красивее. Женщины, зато я красивее. Да-да-да. Вот раскастовался-то, а? Успокойся. Ой-ой. Наставник крестоносцев. Нет. Наставник волшебниц. Что-то все какое-то. Теперь сюда такое. Так, а что надо? А, найти Мултаэль, все ищем, да. Все, теперь Мултаэль? Ну, да, сейчас как дойдем до локации. Блин, да. Жесть, причем это обычный вообще. А, нет, это желтый. Ой, ой, жесть. Они взрываются, да, хоть снес. Козел. Бах! Мудрости. Опять на спутника. Книжку дали. А мы, кстати, будем про спутников? Не знаю, надо. Их еще одевать надо. Да че, ходим? Потом раздевать. Я не понимаю, а ты морозишь, да? Или это они все морозят? А вот тебя? Я тебя не могу морозить. Нет, вообще. Да.
помню, во что на буду ставить. Вот оно. Вот оно. Свершилось. Это должно было. Да. Из дневники вы. Ну там куда-то. Только что мелькнул проход. Да. Там, да. Такой звук был, как будто оружие сломалось. Хлеб да соль, все такое. Мясо, кровь. Мстительный Серафим. Зачем ты открыл? Да, они потные такие. Да не вообще. На колдуна выпало, прикинь. А там на всех поты были. Это мне впервые что-то на кого-то другого выпало. Эй, где книжка? Я поднял. Ты издалека, да? Некоторые так хорошо это отлетают, а с другими приходится. Броня там лучше. Что-то я не пойму, что происходит. Еще щиты накидывают на себя. Так, выдохнули. Не знаю, как-то они так вошли. Че? А, стрелочка? Стрелочка. Так, уже скоро. Так, еще один клиент. К Сорен, блин. Хоть не Вазген. Что ж случится с нами примута или держит? Так, еще обувка.
Нормальная. Так, давай-ка пошлемся, наверное, домой. Давай. Блин, за 40 штук вытаскивать. Теперь у меня есть новый союзник, но и враги стали сильнее. Фантом. Да, это к нам. Я смотрю, неожиданно Багдова. Что? Да. Еще один качанный, блин. Что это, да? Начнется сейчас тоже такой же пронос. Бах, раз. Да, раз и нет никого. Ну вот, прыгнул человека. Да не, он в курсе. Так, о, у меня секир. О-хо-хо-хо. Ты сейчас оденешься, да? Я сейчас легендарочку, да, надену, которую мне дали тут. Гораздо лучше. А больше ничего не могу, понятно. Тысяча урона. Ну а теперь 29 тысяч урона. Вообще иди сейчас вперед. Похититель мистер Шмидта. Четко. Что погнать надо? Да только эти поменяй немножко. Че? Меня. Ну, поставь для мединичной цели. Поставь, например, вместо этого. На молоте, например, поставь руну самонаводящейся. Больше урона чуть наносит. Потом что я еще ставил? Чуть-чуть, подожди, на молот. Молот не раскол ставь, но где там, который ты кидаешь налево. Ага. Оставь этот самый наводящийся. Молот преследования. Да. Сам находит ближайшие цели. Да. Потом поменяй. Тут вместо коняшки поставь на доске. Наоборот, коняшку поставить. Зачем? На какой черт тебе коняшка? Так у меня эта коляшка-то сейчас не стоит, у меня сейчас стоит порицание. А священный молот может тоже поменять? Так, а что ты мне? Ну, может удар щитом поставить все-таки? А, не, можешь это поставить. Длань небес? Да. И что там, отзвук? Ты-то не помню. Или расщелина? Небесная буря. Давай расщелину попробую. Давай. Ну что, пошли? Да. Иди. Получается. Люлей. Получать? Не, не хочу получать. Как-то все пьяное такое. О, логово Молтаэля. Главное, цель — найти Молтаэля. По прямой прошел такой.
Логово Мултаэля. Хоть посмотрим на Мултаэля. Смотрим, видишь, да, все нормально. Да, да. Шагает. Окей, у нас тоже есть крылья. Так, надо запомнить, два фонтана справа слева. Сам ты не фален. Ой, больно-то как. Ой, больно. Ты стоишь еще? Ой, да-да, в тучи вода не стой. И вот на эти не попадайся. Угу. Да. Колодец. Колодец. Чтоб тебя. Да, короче, вот лучше на месте не стоять. Вызывают эти. В тучки не забегай. Да я стараюсь. А здесь лучше к краю сразу. К краю. Взорвется вниз. А, точно так и знал, собака. Что взорвется. Где он? Вот он. А, вот. Так, сферки. Во. Это сфера здоровья. Морозь, падла. Ой. Типа как с Диабло, да, тоже сейчас нас отправят куда-то там. Что за осколки? Ну это черный камень. Так, 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 так. Оу. Я испил правый колодец, если что. Окей, я тут баночку выпил. Вон, сверка, сверка валяется. Ну уже не стой. Так. Ну уже не стой. Да блин. Ух, я вовремя. Сейчас опять в лужи не стоит. Ну конечно. В лужи. Поэтому да, лучше бегать, но потом я начинаю окружать эти лужи с этих сторон. Тут ты сдохни уже. ДПС, ДПС. Максимум ДПС. Давай, оу, е. А Спектр писал, посмотрю, как вы проиграете. Так, одна легендарка только. Отличнички, да, тоже дали. Мне меч дали. Где черный палка, значит? Где черный, да? Игра закончится через 23 секунды. Ну ладно. Стружа, мы завершили тебя внутри. Да. Нефалену удалось невозможное. В принципе, можно сделать перерывчик, а он вечерком искупил грехи ангелов и спас человечество. Ну, как вариант. Подожди, не Фален спас человечество? Счастливый миг победы. А нахрена мы его убивали? Я увидел Нефалема. Алло. В
новом свете. А мы не фалим? Ты не фалим, я не фалим. Он доблестный крестоносец, защитник невинных, способный одолеть лучших воинов небес и преисподней. Но в его груди бьется смертное сердце, в котором однажды может поселиться зло. Хватит ли у него сил выстоять, когда этот день придет? Да, видюшку смотрю просто. Или он принесет нам гибель. Поздравляем, вы завершили Diablo 3. Ну, так. В режим приключения вас ждут новые вызовы и новые награды. Прикольно. Да, там, ставишь не компанию, а эти. Mm.